Здравствуйте, друзья! Продолжаем знакомство с культурой японских благовоний. Сегодня мы рассматриваем подставочку под японские благовония фабрики Шаида, Ханатонека Rose Cat, кот и роза Ханатонека. Подставочка выглядит следующим образом. Котик, сидящий на столе, и ваза с розочками. Размеры подставочки 3,6 см на 3,6 см. Толщина в самом толстом месте 0,6 см. В подставочке есть два отверстия 4 мм и 2 мм для использования разной толщины благовония. Палочка ставится в соответствующее место, в соответствующую дырочку, собственно, поджигается. Рекомендуем использовать батон для пепла, также совместно с этими подставочками. Очень удобно. Подписывайтесь на наш канал «Блаженство запахов».